Хей, hey, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Avalon 2. Мы сбежали с тюрьмы, мы выиграли в Колизей, и теперь мы идем за демоном куда-то, чтобы сбежать с этой тюрьмы. Или чем это вообще является. Вот это место. Мы сможем добраться до подвала. Прошу убрать с моего пути дискриминатор. Скоро увидимся. Да, скоро увидимся. Вы получили гравитацию. Довольно опасно, могущие могут попасть. Так. Ха. Класс, теперь мы 2D. Ты в порядке? А кости, надеюсь, не сломал? Мы оказались под Женовой, столицей империи. Мы сможем сбежать отсюда. Ой, прости. Я же извинилась, чего ты? Ладно, раз ты так, то желаешь всего хорошего. Так, тебе все-таки нужна моя помощь? Да, я так и думал. Так, поглядим. Эта стена довольно высокая. Если мы попробуем вот так. Давайте это проще простого. Действительно, это было совсем не сложно. А твой черед, Шмики. О, теперь пробел это пробел. Ты потрясаешь меня. Просто я так испугалась, когда осталась наверху совсем одна. Знаешь, Шмики, мне кажется, что мы потеряли не в своем времени. И мне становится очень страшно. Как думаешь, мы когда-нибудь сможем вернуться домой? Хотел бы я иметь такой оптимизм. Сейчас у нас нет выбора, мы должны идти дальше. Весьма признателен. С твоей помощью я снова увижу сына. Так, эти булыжники преграждают наш путь. Так, путь кажутся непреодолимыми, но объединив наши силы, мы сможем их разрушить. Сконцентрируйся, чтобы вызвать меня. Так, мне нас теперь вашей команде. Так, переключиться в союзника. Так, как я понимаю, если я переключусь вот так вот, и зажму вот так, да, я могу сделать вот так вот. Так, это у нас яды. Так. Ну, вдруг здесь есть секретные ходы. А, так ты пуляешь вперед. Окей, это понятно. Странно, пойдем вниз. Так, вот это может быть сейчас отсылка именно сама Медуза и погружение в воде и управление. Либо это Марио. А либо это Флинстоуны, тоже игра такая была. Минус мои деньги. Стой, это ж... Да ладно, вот. И он работает на двоих, да? Да, это мины. Блин, тяжко. Это тяжко. Давайте, короче, пополним хп. А, так я могу удерживать. Нормально.
Так, ладненько, сохраняемся. Жалко, что я вверх не могу стрелять. Так, у меня два прохода, это сейчас справа здесь. Так, где голова? А, да, я знал тут какая-то херня. Звездочка. Ну, блин, там, походу, тоже была звездочка в тюрьме. Мы ее посрали. Как не было бы печально. Бессмертный кратик. Ладно, давайте сюда. Готово. Может, мне действительно эти деньги не пригодятся? Не, хотя магазин с оружием был. Магазин с оружием был. Вот опять! У меня развилка на две стороны, понимаете? Я могу как сюда сейчас забраться наверх. И я сохранюсь. Так я могу и вниз пойти. Только вопрос, что меня здесь ожидает? А, сундук. И звездочка. По звездочкам хотя бы можно определить, сколько мне вообще осталось пройти. Ну, понимаете, если в первой, допустим, части я мог посещать все локации, которые я хочу, да, повторно, то здесь, по идее, уже все. Хе-хе-хе. Просто. Ау. Так, мне воздуха и мало. Воздуха много. Ух, она рядом с бомбой. Или это мина? Это мина, походу. Ладно, могу засейвиться и подышать воздухом. Тихо. Я не хочу рисковать, я не хочу даже знать, сколько мне нанесет это все дело. На самом деле лучше это не рисковать, не проверять. Найс. А, так это обычные шипы. А, но они хп тоже снимают. Тупой. Так, главное, чтобы я не сдох. Шука. Бэм. ХП меняем, берем камешек, да, скорее всего. Ключ, вы получили ключ от канализации. А дает ароматный букет мертвых крыс. Хороший враг, много опыта. Ау, то есть я мог сюда просто запрыгнуть. Мне нужно два ключа, чтобы пройти. Ну ладно.
принципе, я могу девчули использовать, да, и все. Да, и все. Ну нет! Лучше так. Теперь ждать. ХП. В чем прикол вот этого? Сундук. Ну, пускай звездочка, как обычно. Нет, мы получили красную жижу. Как по-вашему она живая? Как? По-вашему она живая? Я, по идее, могу сохраниться, да? О, они со временем появляются. Ладно, не сохраняется. Не, он молодец, а он... Ой, это может меня защитить. Блин, И монетки, и хипачка. Ну, может, у нас здесь все. И куда теперь? Мне нужно сделать заряд. А. Ладно. Почему я сейчас не мог прыгнуть? Алло, объясните. Будьте любезны, объяснитесь. Вот что это за бред? Алло. Ладно. Ну, сами видите. Окей, допустим, скок. А, так, если я удержу, оно быстрее, да? Я пытался прыгнуть и сразу зарядить. Вот что это, ну, за дерьмо? Мне страдать. Плюс урон, плюс хп. А, ну иди. А, сейчас нужно было подгореть, сдохнуть. Ладно, сейчас я просто сюда поднимусь. Почему ты не схватился за эту часть? Ладно. Ну да иди ж ты там, пиксель, вон! Такой с меня нужен. Ладно, сдохну.
Я хочу сейчас сюда, где секретный проход, спрыгнуть. Вот сюда вот. К сундуку. Руда. Так, и нужно сейчас будет глянуть, мне их две или одна. Он не прыгает! Он странно работает. Он через раз прыгает. Что еще прыгает, дерьмо? Еще один ключ от канализации. Типа прыгающий лабиринт. Бля, эти жуки меня выбешивают. Вы получили зеленую жижу. Фу, какая липкая. Ладно, нормально. Так, по идее на поверхности. Да? Да, так, тут эти крыски, значит не сюда. Все, я могу сохраниться. Я смог сохраниться, а значит я смогу сейчас... Ой, стой, нужно... Всех опыт не упал. Ладно. Ключ. Ключ. И без босса. Это дверь заперта. У меня ключа нету, да, от канализации? Да, наконец-то мы под открытым небом. Здесь даже пахнет вкусняшками. У меня во рту не было ни крошки с тех пор, как мы отправились на эту, как полагали, короткую прогулку. Шенки, от запаха этих вкусняшек у меня такое урчание в животе. А ты разве не голоден? Да, ты вообще человек. Я бы тоже не отказался отдохнуть. Но мы должны быть осмотрительными. Городские ворота закрыты из-за войны. Нам нужно придумать план, чтобы выбраться отсюда. Гостиница должна быть отличное место, чтобы... Так, место для получения информации. Чем больше мы медлим, тем больше риск для моего народа. Значит, решено. Хорошенько поедим. А телу нужна сила для того, чтобы сражаться. Ты не можешь просто сказать, что голоден, Менос? Я голоден? Вот так-то лучше. Ты должен быть честен со своими чувствами и сразу... Так, сразу жить станет проще. Если мы хотим путешествовать вместе, то должны быть честны друг с другом. Верно, Шинки? Пошли. Я голоден, дискриминатор. Давай наберемся сил и найдем информацию. Так, а мне это интересно, есть здесь ли... Блин, нужно выйти отсюда. Отсылочка... Ну, стой. С самого начала войны у моего брата были жестокие мысли. Уверен, что за все этим стоят эти проклятые чародеи. Почему они понадобятся императору для борьбы с демонами? Полковник Далкин и его солдаты могли сами с ними справиться. Эй, они должны отправиться и лейтенантом, если уж то пошло. Нету. Отсылка. Ладненько. А, знаю, у нас мало денег, но моя мамочка много работает, чтобы водить меня в Колизей, где я могу смотреть бои. Моя мамочка супер-пупер. Какой у тебя любимый боец? Так, меня так пугает Менос, Экстерминатор. И теперь мне иногда становится кошмаром.
Ну не говори моей мамочке, ладно? А то она больше не возьмет меня в Колизей. Мой сын так просто обожает Колизей. Хотелось бы, чтобы он больше интересовался реальной жизнью. Будь то домашнее дело, готовка или работа по найму. Но он поймет это позже, когда подрастет. Пусть он лучше сейчас помечтает. Так, я могу... Не, ладно. Тогда выходим. Так, это, как я понимаю, королевское здание. Проходите, городские ворота закрыты до особенного приказа. Так, мне нужно сюда это оружие, да, я понимаю? Обычные дома и оружейный магазин. В принципе, жизнь и так сложная штука. Так еще началась война и разрушила все мои бизнес-планы. Надеюсь, в этом районе что-нибудь... Так, это всегда идет на пользу бизнесу. Особенно моему. Мы нашли 4 монеты. Так, того мне уже 500. Давайте я все-таки зайду в этот магазин, посмотрим, что здесь. Может, тут что-то дает цены. Моя мама и папа очень-очень-очень богаты. И я чувствую себя принцессой. Я хочу попросить пони на мой день рождения. А еще 5 новых кукол. Всякий раз, когда я начинаю плакать, я получаю все, что только пожелаю. Разбалованная девочка. Ладно-ка, сделаем таким образом. Ты от сундука свалить не хочешь? Я понял тебя. Чайный сервис из 16-4 приборов. Слишком дорогой для ежедневного использования. Он совершенно новый. Честно говоря, юноша, весьма самонадеянно с вашей стороны говорить со мной таким тоном. А знаете, что мне суждено унаследовать состояние моих родителей. Поэтому у меня нет времени на общение с людьми вашего сорта. Порой я задаюсь вопросом. Быть богатым не рабство или это... Так, не рабство ли это? В любом случае, это приносит мне много бед. Интересно, как бы я поступил, буду у меня возможности изменить. О, я непременно бы исправил некоторые ошибки. Тогда я бы был бы еще богаче. А как стать богаче, делая других и беднее? Морстон Гандри. Реально? Прекрасная коллекция халатов из нескольких роскошных отелей. Как потратить деньги, если у вас их слишком много? Билл Гэн. Уж ему-то это известно. Короче, понятно, дети разболтаны. Набор разболтов, гаек, винтов и схем сборки. Для мебели и Кео. Зачем они вообще здесь это хранят? А сотни Так, пластмассовых игрушек. Для чего? Все, что тебе нужно, одна игровая консоль. Хозяйка очень требовательна к цветам. Признаюсь, что я не очень понимаю, что она хочет. Это потому, что она ничего не смыслит в искусстве. Ну сколько можно? Мария, я уже 100 раз тебе говорила, не сочетаются розовые и синие цвета. Моя бедная девочка, в тебе нет художественного таланта. Это очень огорчает, что ты еще умеешь делать в этом мире, кроме как убираться по дому. Займись самостоятельствованием, что ли. А, самосовершенствованием, что ли. Попробуй заняться искусством. Хотя, я думаю, что ты к этому готова. Я ненавижу своих родителей. Они выскочки, которые поднялись по социальной лестнице благодаря большому бизнесу. Все, что они делают, это используют людей, воруют... Так, добавочную стоимость из их тяжелого труда. Однажды, когда я вырасту и стану революционеркой, или, может, я буду путешествовать по миру, я пока еще не решил. Этика. Вопрос перспективы, профессор Фридман. Ну, почему бы и нет?
Фридман. Какие-то носки. Их запах просто ужасен. Бе. Фридман — это же из этого. Half-Life, да? Ну, Фридман, Фридман. Мы получили 1 цент. Лучше, чем ничего. Богатейший дом. Богатые родители и все такое. И мы нашли всего лишь 1 цент. Да. Ирония на богатые семьи, которые нихера не имеют. Окей-доки. Что здесь у нас? Добро пожаловать в приют Дженовы. Мы заботимся о своих детях, чьи родители погибли на войне или где-то еще. Это постоянно происходит каждый день и каждый час. И, к сожалению, каждую минуту тоже. Я пытаюсь отдохнуть хоть бы секундочку. Надеюсь, они оставят меня в покое. Вы нашли 3 цента. Я только что у сирот украл деньги, да? Мне скучно, хочется поиграть. А, тебе скучно, хочется поиграть? Есть хочется? А когда мы поедим? Подожди. Мне скучно, хочется поиграть. А, хочешь поиграть? Когда мы поедим? Кажется, я хочу в туалет. Я милая девочка. Так ведь? А? Да? Что? Я тебя не слышу. Скажи, что я милая! Скажи! Да. Хи-хи. А что, если я ничего не скажу? А, ну стой. Сейчас ты у меня получишь. Рыжая девчонка очень добрая. Да-да, спроси ее. Мы вместе весело играем. А, нет. Не, если на самом деле я мог бы помочь им, я бы кинул им деньги. Опа, магазинчик. Доброе время суток. Дамы и господа, что у нас тут в сундуках? Вы нашли 2 цента, вы нашли 5 центов, вы нашли 3 цента. Того у меня уже 5 центов. Добро пожаловать в магазин Розы. Что вы хотели купить? Чай, сахар, виски, оружие. Спасибо, ничего, оружие. Все оружие и снаряжение отправлено в войну. Приходите, когда оно закончится. Давай чай. Чай с вас 50 гем. Нет. Сахар. Сахар с вас 15. Нет. Виски. Виски с вас 15. Нет. Спасибо, ничего. Да? Тогда что вы здесь его забыли? Ладно, давайте купим всего по одному. Вы получили ароматный чай. Невероятно приятный на запах. Спасибо. Добро пожаловать, сахар. Да. Вы получили сахар. Основная пища любого... 10 хп восстанавливает, да, как я понял? Да. Вы получили старый виски. От достоинства... Что? Подожди. Сахар. А, основная пища любого ребенка до 15 лет, до 10 лет. Ответственный подходит к расписанию. Блин, почему у меня еще 2 закрытых? Ладно, до свидания. Так, тут еще есть проход. Тюрьма. Пока что не ко мне разрешен вход и выход из тюрьмы. Приказ лейтенанта. Вот черт. Застрять здесь в такое время, когда я должен быть с официанткой из гостиницы на свидание. Ну уж если я поймаю этого заключенного, я ему вырою туннель. Я был на страже возле тюрьмы. Видимо, заключенный сбежал. Лейтенанты так так всплошились из-за этого. Не хочу быть лейтенантом. Вся эта ответственность... Это не мое. Так, подожди, а давайте сразу тогда и слева поговорим. Заключенный сбежал из тюрьмы. Мы бьем тревогу, всю его ищут. Но мы до сих пор не знаем, как им удалось вырваться на столько длинный туннель. А, длинный туннель, которого тут 10... Говорил, за 1 милю, да, нужно?
Да, я понял, о ком они говорят. Тут стена. Окей, тут стена. О, нет, давайте, короче... А где можно посмотреть еще? Да, здравствуй, Империя. Да, здравствуй, Империя Лотрей. Знаешь профессора Гира? Он величайший изобретатель за всю историю Империи. Ходил слухи, что у него где-то в горах есть сверхсекретная лаборатория. Спасибо за информацию. Приму к сведению. Чародей? Чародей. Эта дверь заперта. Черт возьми, чародеи снова реквизировали библиотеку. С тех пор, как они прибыли в город, она стала почти недоступна. Мне вот интересно, что же они там ищут? Но несмотря на все это, я продолжаю читать книги из приключенческой саги пирата. Роберс. Макдактер. Макдональдс, я понял. Найс, отсылочки. Так, хорошо, давайте, у нас осталось получить с этой стороны и закончим. Так, стань миллионером, играй и выигрывай. Сейчас работаю 22 до 4. Мои куры разбежались по всему городу и потерялись. Что, хочешь мне с ними помочь? Да. Ни за что. В последний раз я доверился парню в зеленом костюме, который болтался здесь без дела. И он пытался на них летать. Бред какой-то. Мои бедные куры выздоравливали несколько недель. Я сам с этим разберусь. Ну, короче, да, это отсылка на Зельду как раз вот. Что Линк, он же мог, по идее, в новой серии вот этой игры хвататься за куриц и на них летать. Да. Ладно, давайте сюда зайдем и потом магазинчик. Я так горжусь своим маленьким Далкином. Он всегда был таким справедливым. А теперь он важный человек. Хоть бы война не изменила его. И он всегда оставался моим маленьким мальчиком. Мы нашли 5 центов. До свидания, бабуль. Так, ну ладно, пойдемте поживем, потом пойдем по прямой туда куда-то в королевство или что-то. Сегодняшнее меню. Закуска. Хрустящий салат, украшенный шестигранными тварями. Главное блюдо. Мелкая крыса под своим сомнительным соками. Десерт. Пирог с волосами повара. Особое блюдо дня. Биг Вок. С хрущенной говядиной и гарниром из гнилостойкой картошки. Приятного аппетита. Я думаю, давайте посмотрим по меню. Добро пожаловать в Макдональдс. Да, отсылка к Макдональдсу. Вы еще не открылись? Так, мы еще не открылись. Приходите позже. Серега. А, ребят, кажется, мы не пожрем сегодня. А, у вас еще здесь вот есть проход. Точно. Приветствую вас в гостинице «Черная крыса». Могу честно вам сказать, что это лучшая гостиница в городе. Добавлю только тоже честно, что вы запомните ваше пребывание здесь надолго. Чем подвох? Что, крыса? Конечно нет, в нашем заведении идеальная чистота. Должно быть, просто какой-то ребенок ставил здесь мягкую игрушку. Это наиболее вероятное объяснение, не так ли? Не буду трогать крысу, которую дружили бы. О, это что, значок квеста? Добро пожаловать в гостиницу «Речная крыса». Наслаждайтесь пивом с нашим... Так, пивоварней. Она всегда бесподобна. Продегустируйте одно из наших свежих, как не найдем назад, блюда. Проведите ночь в наших постелях с очень свежими простынями. Их меняли меньше месяца назад. Но приятного вашего отдыха. Так, после такой речи я заслуживаю повышения. Так, каждую ночь мне снится один и тот же сон. Молодая женщина, одетая в черно-белый наряд, горничная, в готическом стиле, приходит поговорить со мной.
и затем я просыпаюсь. Я бы отдал все самое ценное за одно мгновение с ней в реальной жизни. Ну да ладно. Эй, шеф, налей еще. А ну, так, спускайся, Норберг. Даже не пытайся меня так убедить, что ты пьян. Алкоголь в этом пиве давно-давно испарился. Говори уже, что я видел их. Странные силуэты, окружающие меня и пытающиеся попасть в мое тело. Когда я просто сходил мимо штаб-квартиры чародеев. А я был рядом с тобой и ничего не видел. Может, в этом виноваты грибы, которые ты съел? Я же тебе предупреждал, ничего здесь не есть. Так, я это понял, это было. Вы хотите переночевать? Для вас это будет стоить 50 за ночь. Пойдет? Нет. Вам уже хуже. У меня хп полное, поэтому нет. Давайте, короче, я думаю, мы с вами на этом закончим. В следующей серии возьмем квест и отправимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.